Сегодня я буду собирать тумбочку под раковину для ванной комнаты у мамы дома. Мы недавно сменили там трубы и поменяли раковину, купили новую и новую тумбочку в Леруа. И сегодня я буду это собирать, так что поехали! А во всем этом мне будет помогать наш главный маленький человечек. Человечек под кодовым названием Челсон. Челсон Патисон, будешь помогать мне? Ушки какие у нас, ушки слушает. Наська что-то бла-бла говорит. Ну ладно, поехали. Итак, вот у нас есть какая-то фурнитура вся к этой тумбочке. И схема, как это будет складываться. Челсик, говори, что мы первым складываем. Вот эту, да? Вот эту картинку. Угадай, посмотрю. Ага, мы вставляем шурупики в дверцы. Или это боковушечки? В боковушечки, да? Да, Челсон? Челсону нравится со мной работать. Так, судя по описанию, это вот эти две штуки. Кладем их на пол. Ну-ка, они. Да, это боковушки. Так, и вторая. Теперь находим шурупы. Так, шурупики вот эти вот красные. В принципе, я посмотрела, тут сборка как в магазине Икея. Поэтому с икеевской сборкой я с легкостью справляюсь, поэтому решила сложить все сама. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне нужен еще один. Вот он. Восемь. Ну что, Челсон, поехали? Вкручиваем сюда эти шурупики. Сначала их надо просто поставить. Так, левой рукой неудобно. Я их так просто вставляю в эти дырочки. А потом уже отверточкой докручиваю. Главное ровненько их поставить. Но поначалу просто в дырочку попасть. А ровненько уже потом при помощи отвертки можно поправить. Вот так. Беру обычную крестовую отвертку и вкручиваю отверткой каждый болтик. Вообще, если все просверлено и подготовлено, собирать такие шкафчики для меня, допустим, одно удовольствие. Все икеевские я собираю. Хоть и долго, у меня нету шуруповерта, но отверточкой я умею оперировать. Надо до конца обязательно вкрутить. Кругленькие катушки не встанут на эти болты. Так, Челсон, ну что мы делаем дальше? Покажи-ка. Вот твой хвостик указывает на цифру 2. Вот как раз прикручиваем эти болтики. По 4 штуки. С внешней, получается, стороны. Раз, два, три, четыре. Ну и на вторую тоже 4 штуки, да? Вот такие вот болтики. Все правильно, Челси говорит. Так, подождите, а их надо вдеть во что-то. Два. Просто вложить, а потом прикрутить, наверное. А потом закрутить. Окей. Ну, просто вкладываем тогда. Раз. Два. Челсику нравятся болтики, да? Гаечки. Следишь за ними? Что ты там делаешь? Я вкладываю болтики, как ты мне и сказала. Так, и еще одну. Где тут еще? Раз, два. Челсика еще. Вот, три. Еще одна должна быть. Вот, четыре. Все правильно? Все правильно, Челс говорит. Так, вставляем. И еще один. Болтик сюда.
Так, теперь, что дальше? Дальше номер три. Дальше вот эти вот маленькие насаживаем на вот эти вот большие. А, это будет двойная полочка такая. Окей, поехали. Ну-ка. А с внутренней стороны? С внешней получается. С внешней стороны вот так вот вставляем. Что-то не вставляется. Надо найти эти дырочки. Ага, вот они. Так. Так. Вот и вставили. И теперь еще одну. Одной рукой, конечно, неудобно, при том, что я снимаю. Вставили. Ну, вот так вот вставляем. Прижимаем плотненько. Присядем. Так, под весом вроде бы под моим. Вбилось. А, нет. Выходит. Но тут надо уже затягивать вот эти гайки. Вот так вот закрутили. И внутреннюю тоже закрутим. Так. Ну что, Чарльз, вот мы вбили болты, а теперь надо вот эту вот штуку, вот эту, как-то прикрутить, но тут нет никаких дырок, а здесь нарисовано вот так вот прикручивать. Просто ввинчивать, даже не знаю, как это сделать. Сейчас попробую на вот эти вот штуки. А может быть, сначала эти штуки, даже не знаю, что и как. Не могу понять. А, это вот так уголочек закрывается. А, сейчас я что-нибудь соображу. Как это будет? Здесь дырка и здесь дырка, значит, болтик. Один болтик. Вставляем через все дырки, что ли? Ой, как сложно. Короче, 4 винтика надо сюда как-то впендюрить. Ну, попробую сейчас ставить хотя бы один, да присобачить вот эту штуку. Ну, поехали. Не, ну тут, конечно, шуруповерт нужен, как я своей силой не справляюсь. Ну, как-то так, потом на эту сторону также вкрутить. Ладно, буду мучиться. Ну вот, кажется, я поняла, как это надо вкрутить. Все-таки 4 болта. 4 шурупа. Челсик, проверять идешь? Остальные вот сюда потом. К этой стенке. Но сначала я решила к этой платформе прикрутить. Вот рассчитать, что куда. Так, поехали дальше. Ну вот, пришлось самой дырочки как-то прорезать. Эй, привет! Все хорошо? Все идет пучком. Вот так и работаем. Ну вот, мамка пришла, помогла мне довкрутить эти болты. Собственноручно, без шуруповерта. Теперь все это закрываем. Та-дам! Ну и тут также закроем. Так. И вот так. Все. Так, теперь осталось дверки подставить.
А, и прибить заднюю стенку. Ну чё, Челсон, устала уже? Да? Спишь? А мне вот дальше надо прибить эту фанерку сзади. Сколько тут? 6 гвоздей и молоток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всё, пошла я. Спи. Ну вот эту фанерку закладываем сюда. И попробуем вбить 6 гвоздей. Ну, с гвоздями у меня проблем нет. Ну вот, сколотили мы задник. Теперь осталось поставить дверки. Челсик, дверки будем ставить? Как-то их тут... Ну, такие дверки. Как тут их надо? Ну-ка покажи, что с ними надо делать. Нравится тебе собирать полочку, да? Да, вот, вот, говорит. Вот это 7-8. На 2 штуки. 4 шурупа. Надеюсь, тут-то хоть дырки есть. Вроде бы есть. Ставим эти штуки. Вот так, вот так. И вкрутим шурупики. Угу. Ну, поехали. Вот так вот вкрутим. Челсик, он наблюдает. Так. Мамка пусть докручивает. И эти. Да, Челсик? Будем вкручивать. Помогаешь мне? Челси у меня хорошая помощница. Заботится, волнуется о хозяйке. Да, моя курочка. Да, моя девочка. Вот, вот этой вот отверткой. Вот этой надо работать. Кто у меня такой смешной? Кто тут тумбочку собирает? А? Челсон, Патисон? Моя девочка-помощница. Молодец. Так, ну что? Дверки эти готовы. Челсик, что там дальше у нас по плану? Что дальше по плану у нас? Ну-ка, давай смотреть. Номер 7. Да, номер 7. Моя девочка помогает. Помогает моя куколка. Давай, дай я посмотрю. Ага. Значит, мы что? 8 шурупиков. Да? И прикручиваем. Давай сначала ручки прикрутим, а потом уже дверки прикрутим к самому шкафчику. 8 шурупчиков. 1, 2, 3, 4 ручки и 4 шкафчик. Да, Челсон? Да, Челсик подтверждает. Так, ну вот такие вот ручки мы прикрутим вот такими вот болтиками. Вот сюда их надо как-то вставить. Челсик, можно я вот так облокочу? Вот. И сейчас мы вставим сюда ручки. А сзади... А сзади прикрутим болтиками. Да, Челсон? Ну вот так. Челсик даже еще не доделал свои дела. А я уже прикрутила ручку. Очень быстро и удобно. Такая вся перламутровая. С перламутровыми пуговицами. Очень легко. Принимай работу, контролер. Как тебе нравится? Вот смотри. Все сделали? Правильно? Да вроде все правильно, говорит Челсик. Ну что там следующее у нас? Кто контролер? Челсик у нас сегодня контролирует процесс. Сегодня Челсик у нас у руля. Челс, ну что там у нас дальше по плану? А? Давай, покажи. Что мы дальше делаем? Вот это? А, дальше. Дальше мы дверки прикручиваем. Нет, эти мы после будем.
заглушки ставить в самом конце, да? Челсон, неудобно тебе ложись получше? Вот так. Ползи сюда. Ползи. Вот так. Вот моя девочка. Все правильно. Так, дальше мы делаем вот эти дверки. Да? Что тут прикручиваем? Вот этими шурупчиками. Все правильно? Да, правильно говорит она. Ну, давай, поехали. Ну, вот так вот мы вкручиваем остатки. Переходника. Так. И еще одну дверку сейчас подкрепим. И останутся только ножки. Ну вот, дверки мы сделали. Челсик, иди проверяй. Все окей? Ну-ка. Все работает у нас с дверками. Ну-ка, давай посмотрим. Вот так. А? Нравится? Сейчас поднимем, посмотрим, как у нас дверки. Ой, твою сейчас. Масю, Масю, Масечку. Задавим. Давай, Масю, бери. Где Мася? Вот так. Ну вот. Почти дособирали. Осталось потом еще прикручиваем все эти переходники, чтобы дверочки плотно стояли. И ножки прикрутим. Но это в следующий раз, я уже очень сильно устала. Пу-бум! Челсик, иди сюда. Принимай работу. Контроль. Контроль качества. Все окей? Все окей? Моя ты куколка. Иди, фоткаться будем. Иди сюда. Вот, все, Челсик приняла работу.